Всем привет! Хочу показать вам сегодня свое новье от Urban Decay. Такую классную палетку. Она очень дорого выглядит. Упаковка довольно-таки компактная. И мне кажется, такую палетку нужно иметь просто не то, что каждому визажисту, а просто для себя, чтобы ты в любой ситуации мог сделать классный макияж. Сейчас покажу вам оттенки. Качество у палетки безумно классное. Начнем с первого, да? Вот так выглядит флэш. Следующий оттенок мне очень понравился. Первый раз я прям люблю серый. Машрум оттенок тоже прям полюбился мне. Следующий — это Lost. Lost у меня есть в однушках, но он мне не помешает. Оттенок универсальный, пригодится всегда. Это Lost. Следующий — это Free Love. Он у меня тоже есть в однушках. Очень классно зачищать все тушевки. Красивый, очень красивый оттенок. Moon Shadow. Такой глубокий синий. Я знаю, что много есть охотников за синими оттенками. Следующий — Baked Cowboy. Красивый золотистый. Вот прям полюбилась мне эта палетка, и каждый день ее использую в работе. Рука прям тянется к ним. Следующий оттенок — это Sin. Тоже имеет право на существование. Следующий — очень красивый, глубокий, зеленый, Индо называется. Вот так выглядит. Все они перламутровые в этой палитре. Безумно классная подборка теней. Следующий оттенок — Борделла. По-русски бордель. Выглядит как-то так в понимании Urban Decay. Возьмем вот сюда. Вот. Следующий оттенок — это у нас Торнадо. Торнадо. Затем Смог. Тоже очень-очень красивый оттенок. Прям классный. Вообще вся палетка классная. И единственный матовый оттенок в этой палитре — это Blackout. Говорят, легендарный черный. Черный. Ой, действительно черный. Ой, мазнула не туда. Вот прям черный. За эту стоимость вообще очень рекомендую. Рекомендую прям всем и каждому. Безумно красивые оттенки. Вы 100% не пожалеете в приобретении данной палитры. Шикарная. Очень красивая, очень. Прям люблю и ни на что не променяю. Прям очень рада, что она у меня есть в коллекции. Когда поеду куда-нибудь в путешествие, обязательно возьму ее для себя, чтобы на отдыхе можно было сделать классный макияж. Все, всем спасибо за просмотр. До встречи в следующих видео. Всем пока!